Всем привет, дорогие друзья, и с вами Саня. Сегодня у нас не распаковка, распаковка этих позиций уже была. Кто не видел, заходите на канал, это, скорее всего, предыдущее видео, смотрите. И сегодня у меня такое видео, это как запомнить коллекцию. Пару лет назад я столкнулся с такой проблемой, как запомнить то, что у меня есть в коллекции. Потому что иногда прихожу в магазин спонтанно, и начинается, вроде бы есть, а вот что-то не помню, запамятовал, а может взять, а может не взять. И начинаются вот эти колебания, мотания по магазинам и так далее, тому подобное. Один раз видел, как дяденька в народном, я зашел в народный магазин в МВиде, и там дяденька, он выбирал DVD, и он стоял с огромной тетрадкой, и то, что у него, видать, не было, он проверял по спискам. А это у него толстенная тетрадь, я бы сказал, была. И вот он что-то записывал, проверял, какие-то диски клал себе в корзину. Потом брал диск, что-то проверял, листал, что-то записывал. Не знаю, может, это какой-то и работник. Ну, блин, не похож он был на работника. Зачем работнику, например, какой-то компании там себе что-то брать там для покупки? Потом я его, кстати, видел на кассе, этого же дяденьку. Значит, это был, так сказать, может, тоже коллекционер, покупатель. И у него такая еще такая, вот такой журнал, вот эта вот тетрадка огромная была. Она не такая вот, как обычно, там вот школьная тетрадь, а такая здоровая. И вот он там что-то просматривал, все записывал и брал себя, а потом пошел оплачивать и покупать. Так, но меня этот способ не устроил, так как таскать тетрадь с собой, это, конечно, дело такое не очень. Надо, чтобы все было в телефоне. Я не знаю каких-то крутых предложений, то есть приложений, чтобы как-то вот как вести список. И я просто пошел наиболее легким путем, это приложение Кинопоиска. Я скачал, оно у меня уже давно, и там оказалось, что там есть, вот заходим в мои фильмы, это приложение, зарегистрировался через сайт, через телефон вошел. И тут есть, буду смотреть, оценки, просмотры, ожидаем, любимые фильмы. И здесь можно добавлять свои папки. Ну, я думаю, ну чё лохматиться. Добавил папку на БД в коллекции. На БДР, это то, что на болванках. Потом уже так добавил, был в кино, на какие фильмы ходил в кино, уже так отделать нечего. И папку 4К, это диски, которые у меня есть в 4К. Очень удобно, да, здесь нельзя там что-то... Ну, например, может, у меня есть там... У меня вот, например, «Терминатор», там штук 5 разных фильмов. А я только здесь как бы одну могу добавить. Ну, у меня там одно «Фильм-арена» издание. Ну, тут, в принципе, тоже можно «Фильм-арена» издание создать папку и туда фильмы добавлять. Будет также удобно. И все, я тут добавляю фильмы, которые посмотрел. У меня их уже 1676 фильмов и сериалов просмотренных. Я добавляю фильмы в эту папку, только если фильм видел от сих до сих, от начала до конца. Если полностью посмотрел, составил какое-то мнение, все, я отмечаю фильм просмотренным, и он уходит вот в эту папку. Тут я потом еще на всякий случай одну папку смотрел, создал, но туда надо все позиции переместить, что-то все никак не займусь. Ну и, естественно, самая главная папка – это на БД в коллекции. Я прихожу в магазин, например, беру фильм там «Особо опасен». Не помню, вот не помню, хоть убей, был, не был у меня этот фильм в коллекции, покупал, не покупал. Я просто нажимаю поиск, ввожу «Особо опасен». Так, «Особо опасный». Что-то я не туда меня понесло. Все, вот он этот фильм. Я смотрю, нет, я его не смотрел. Так, проверяю. Да, Тейлор Кич, Блейк Лавли, все подходит. Я нажимаю «Мои фильмы» и все, нажимаю папку на БД в коллекции. Все, я фильм приобрел, он у меня есть на полке, значит, можно смело его добавлять. Также остальные берем, вводим «Бегущий в лабиринте», первая часть, рейтинг 6,8. Также, так, вот здесь вот у меня уже отмечено. Нажимаем сюда. Он у меня в любимый фильм и смотрел. Значит, я этот фильм просматривал, уже смотрел. Только осталось его добавить в папку на БД в коллекции. Ну, папку можно как хотите называть, это на ваше усмотрение. Я просто на БД в коллекции. Вторая папка на БДР в коллекции. Все,
Все, фильм добавился в папку. Все, теперь я, если что-то не забуду или не вспомню, находясь в магазине, я просто захожу в приложение и смотрю. Дальше. Хортон. 6.84 рейтинг. Так, Джим Керри, Стив Карелл, все нормально. Этот мультик я не смотрел, но мы его добавим в папку. Вот так все просто. Можно и свои папки. Я вот сейчас стилбуки не добавлял. У меня есть стилбуки, я их туда хочу отдельную папку со стилбуками сделать, чтобы тоже помнить. Вот как бы я тут надобавлял. И пока что то, что у меня подсчитано на БД в коллекции, у меня 838 фильмов. Не изданий, а именно фильмов. Именно фильмов, чтобы мне не забыть, какие у меня фильмы есть. А если я, например, даже посмотрю, что у меня есть какой-то фильм, все, это уже можно будет там какую-то другую покупку отложить на потом. Прийти, посмотреть, что у меня за издание. Если такое же, уже можно и не сомневаться. Так что все есть. Так что очень удобное приложение. Я не знаю, напишите в комментариях, если кто-то знает еще какие-то приложения, которые можно вот так вот списки вести, чтобы удобно было в несколько кликов ничего туда не записывать, не вбивать и так далее. Но единственный минус, что тут именно списки по фильмам. Если у вас, например, там 10 терминаторов, то 10 терминаторов нельзя в один список добавить. Именно тут не по дискам я список ведется, а по фильмам. Так что вот такие дела. Надеюсь, кому-то эта информация была полезным. Коллекционерам, может, просто простым любителям кино, кто хочет просто вести список просмотренных фильмов. Меня он, кстати, много раз выручал. Я захожу, что-то фильм, вроде что-то знакомый. Смотрел, не помню. В список вошел, посмотрел. Да, действительно, этот фильм смотрел. Потом потихоньку он у меня всплыл в подсознании, сознании и антисознании. И все. Поэтому потом не тратить зря время на просмотр, воспоминания. Так посмотрел, да, посмотрел, значит, что-нибудь другое посмотрим. Ну все, друзья, кому была информация полезна, ставим лайки, подписываемся на канал и всем пока.